Сочи. Город контрастов. Здесь соединяются воедино заснеженные горы и теплое море. Настоящий рай на земле. Но даже в раю есть свои мрачные и таинственные места. Гора Ахун. Самая высокая точка в городе. Тут располагается одно из самых важных туристических мест – башня. Сотни людей посещают это место каждый день, но мало кто знает, что находится в 200 метрах от нее. Ресторан Ахун. Место, вокруг которого собралось много мифов и легенд. Когда-то в стенах этого здания звучала музыка и доносился звонкий смех. Сюда помимо обычных людей приезжали богатые люди и собирались чиновники. Но то богатство сменилось разрухой и полным забвением. Ресторан, проработав всего один сезон, закрылся навсегда. В чем же была причина такого решения? Удивительно, в советское время место, где обедал сам Хрущев, не соответствует санитарным нормам. Такая причина могла принести огромные проблемы владельцу. Столики ресторана навсегда опустели после ужасного пожара, в котором погибли люди. Крыша была обрушена, и ресторан пришел в негодность. После этого ресторан пытались восстановить, но всегда что-то мешало. Всему виной призраки, бушующие по ночам. Коллекция страшилок пополнила другая история. В 2000 году у подножия ресторана разбился свадебный кортедж, в результате которого погибла невеста. И после этого в тумане возле дороги начали видеть белый силуэт в свадебном платье. Существует видеозапись, где якобы видно призрак, стоящий возле дороги. Это всего лишь указатель. Верить вам во все эти байки решать только вам. На сегодня у меня все. Пока.